Становитесь, становитесь. Не, мы 14-го в Карачевкас приезжает. Кирилл, да. Может, вы будете остановить еще. Получилось, Анна? Да. Мы вам тыкву угостила свою домашнюю. В однокласснике можно? Берите меня как. Очищение родовой головы пошло. Дочка, давай я с ним вдвоем фотографирую, тогда отойдешь, ладно? И меня вдвоем. Ладно. Это наша учительница. Только не знаю, по какому предмету. Хорошая учительница. Ой, по всем предметам. И еще меня с молоком не кричала. Господи, благодарю тебя за все. Аминь. Через полгода закрывается другой глаз. Все. И до сих пор мамочка такие чудеса здесь сотворяет. И 3 года назад она соселилась. Я в Камчатке нравится. Северский Донец. Ой, все, мы с... Пальцем закрыла, бери палец. Православная деревня. В Петровке у нас только православная деревня, у нас 4 приемные семьи. Это дети из православной приемной семьи. Угу. Ну, что, получилось? Угу. Очки сниму. Спасибо. Сразу у нас маленькая. Нет, у нас уже лошадь. Нет, она сначала была маленькая. А, жеребенка. Угу. Ухаживайте за ней. А как ее зовут? Кукла. Кукла? Девочка. Очень надо, это да? Строгая. Меня уже Сережа... С этим другим у нас. 3 Сережа. Папа этот и еще младший Сережа. Сережа, она вот так ложится. О, спасибо большое. Сережа, а помнишь, как мы делали свою любимую кожечку? Вика, я ей сделала Сережу даже видео. Вот такая петля. Да, вот такая какая-то небольшая ножка. Мы выводим кошек, а они так хорошо травой едят, что они даже молоко в бидоны приносят. У нас еще свинки. Да, я ему уже самый большой прям. С такими клыками. Это я на фотографии не узнаю меня. А ну покажи. Это накопление. А, я накопление. Ну идите на накопление. Если вам надо накопление, идите. Да, это я.